Хасавюрт – один из гостеприимных городов Дагестана, зарекомендовавший себя как кузница чемпионов. Прошедший первый открытый чемпионат по смешанным единоборствам стал тому подтверждением. Хасавюртовский бойцовский клуб «Боевые орлы» на протяжении длительного периода готовился к проведению турнира. Организатор и главный тренер бойцовского клуба Надарбек Хабибов признался, что долгое время не решался провести турнир, так как это большая ответственность и необходимо следовать принципам справедливости, зрелищности и высокого организационного уровня. Мы очень рады видеть вас на нашем турнире. Девиз, который является справедливость, честность и дисциплина. Мы взрослое поколение должны проводить подобные турниры не просто так, с целью каких-либо обогащения материальных или же с целью каких-то других иных видов. Подобные турниры должны проводиться с целью воспитания нашей молодежи, нашего настоящего поколения, улучшения их нравственности, к изменению, к улучшению. И надеюсь, этот турнир будет первым из таковых. Я бы хотел бы поблагодарить человека, который оказал мне большую помощь, заслуженный тренер России Саидпашу Дарвишевича. Это человек, который поддерживает спорт и спортсменов. Также благодарю своих коллег, своих директоров школ, Имампашу Мумаханова, Абакара Абакарова, Министерство спорта и руководство нашего города. На официальной церемонии открытия присутствовали представители городского муниципалитета, директора спортивных школ, которые непосредственно оказывали поддержку и участвовали в организации первого турнира по смешанным единоборствам на призы клуба «Боевые орлы». От имени главы города Зайнудина Акмазова со словами приветствия выступил первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов. Разрешите от имени главы города приветствовать вас в нашем в городе Хасавюрте, который имеет огромные традиции спортивные. Хочу пожелать участникам соревнований, достойных поединков, пожелать зрителям успехов и всех благ. Около 500 спортсменов со всего Северокавказского федерального округа приняли участие на первом чемпионате, из которых свыше 100 участников представляли Хасавюрт. Зал спортивного комплекса имени Гамида Гамидова был полон болельщиками. Поддержать бойцов пришли не только любители ММА, но и гости, приехавшие из других городов и районов Дагестана. Турнир проходит на высоком уровне, хорошая организация турнира. Сильная конкуренция. Конечно, хотелось бы чаще видеть такую организацию турнира. Здесь честное судейство, хорошая организация. Есть где отдохнуть спортсменам, где покушать. Это очень важно. В последнее время все начали забывать о комфорте спортсменов и думают только о своей, наверное, больше выгоде. Именно на таких турнирах и повышается уровень бойцов. Турнир длился 2 дня, с 3 по 4 ноября. Участие принимали спортсмены в возрасте с 11 до 21 года. Юный, но уже зарекомендовавший себя боец местного клуба Сиражудин Абдулаев, выступавший в весовой категории 66 килограмм, стал обладателем золотой медали. По словам главного тренера, Сиражудин является целеустремленным и дисциплинированным спортсменом. Сделал 4 боя. Сладко за 3 место. Все бои были очень хорошие. В финале был очень сложный. Бой. Победу одержал. Очень хороший турнир. Рад, что я тут участвую, выиграл. Я давно готовился на этот турнир. Это первый турнир, который делает мой тренер. Я не мог его разочаровать и выиграл. За ходом соревнований следили одни из лучших судей из соседних республик. Это Замир Кушхаунов, Кабардино-Балкарская республика, судья первой категории. И Гирихан Шибилов, Республика Ингушетия, судья первой категории. Турнир проводится по правилам Союза ММА России, поэтому и судейский корпус представлен судьями Союза ММА России. Турнир проходит, можно сказать, на хорошем уровне. Подготовка бойцов на хорошем уровне. Администрация города, бойцовский клуб Хасавюртовский, школа Умаханова, она очень хорошо подготовила этот турнир. Никаких нареканий ни у судейского корпуса, ни у представителей команд нет. Ну тут и не может быть по определению, потому что в таком зале, в таком знаменитом легендарном зале, чтобы что-то было неправильно,
или как-то получилось не так, как положено, мне кажется, здесь просто невозможно. 12 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей завоевали представители Хасавюрта и Хасавюртовских районов. Стоит отметить, что в общекомандном зачете также победу одержал Хасавюрт. Бойцы выложились на 100%, тем самым показали наилучший итог чемпионата. Большую поддержку в проведении турнира оказали временно исполняющие обязанности министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагит Паша Умаханов и президент бойцовского клуба «Боевые орлы» Умахан Умаханов. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».